تاريخية تمتد إلى عقود طويلة وبالتأكيد يتوجها هذه обеспечить преемственность наших отношений в соответствии с договоренностями, которые достигнуты и будут достигаться президентами. Уважаемые дамы и господа, начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Египта. Мы приветствуем любые шаги, которые нацелены на то, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие, обеспечить устойчивое, постоянное прекращение огня. И мы того же добиваемся в Совете Безопасности ООН. Действуем параллельно с нашими египетскими друзьями. Вся проблема заключается в том, что Соединенные Штаты не хотят пропускать какие-либо решения, которые всерьез подразумевали бы то, чего хотят все – прекращение кровопролития. И вот как она была принята на бумаге, такой пустой бумаге, так она такой пустой бумагой сейчас и остается. Никакие обещания Соединенных Штатов не были выполнены. И это не означает, что мы должны прекращать наши усилия, и если посредничество, которым вот Египет активно занимается с рядом других арабских стран, если это посредничество приведет к тому результату, мы будем только рады. Okay. We can go. We can go. Sure.